Так, на руках боролись, ничья. Плевались, кто дальше плюнет, тоже ничья. Боксировали, тоже ничья. Мы молодцы, хорошо держимся. Да, хоть нас и меньше. Значит так, какое следующее задание? Предлагайте. Это последнее задание, оно определит, кто в школе с пацанов самый крутой. Итак, я предлагаю на перемене задирать девочкам юбки. Кто задерет больше юбок, то самый будет крутой. Что? Что это за задание? Дяня чур не задирать. Девочкам это точно не понравится. Итак, мы определим, кто самый крутой из пацанов в школе. Мы юбки умеем задирать. Капец, ну и задание. Кстати, вы знаете, что в школе новое правило? Да, девочкам запретили в штанах ходить. Вот именно, на перемене решим, кто самый крутой пацан в школе. По рукам? По рукам. По рукам. Капец, девочки, и что мне теперь, в другую школу переходить? Вот это вот такие правила странные. На улице минус 2 мороза, а я должна в юбке, что ли, ходить? Да, Диана, ты права. Вообще, я не люблю юбки, я люблю джинсы. Девочки, а я себя чувствую в юбке, как будто вообще без юбки. Значит что, девочки, правила есть правила. Не нравится, вас здесь никто не держит. Жужа, ну я вижу, что тебе такие правила нравятся. Нарядилась как на свадьбу. Шо, пацаны, нормально вам, да, в штанах ходить? Чтоб вам правила сделали, чтобы вы без штанов ходили? Груша, размечталась. К счастью, мы не девочки. Поэтому мы будем ходить в штанах. Ох, девочки, что вас ждет? Димочка, что это нас ждет? Девочки, нормальную юбку я купила? Я, честно говоря, в шоке, что нужно ходить в юбках. Везде же лестницы, все снизу видно. Ляля, я тоже в шоке с новых правил частной школы. Что вообще за бред? Девочки, смотрите, какую я себе юбку купила. Узенькую, ни один ураган не сдует. Блин, Ляля, реально, у нас же, смотри, юбки как порошены, все видно и подниматься. Надо было тоже такую облегающую купить. Поняли, девочки, Маруся умная, узкую юбку купила. Ну шо вы, юбочки понадевали? Ну шо вы, держитесь. Не, ну я говорила, эти первые будут стоять под лестницей и вот так вот заглядывать. Только попробуйте, пацаны. А мне все равно, а мне все равно. Посмотрим. Короче, девочки, после урока сходим в кафе. Да, 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 обязательно. Я тоже не понимаю. Ну что, начинаем? Начинаем. Да, начинаем. Пошли. Девочки, я сегодня на маникюр сходила, представляете? Посмотрите, на маникюр. Девочки, я не поняла, что здесь происходит. Маруся, ты видишь, наши пацаны тоже как бы юбки поднимают. Так, девочки, стоп! Пацаны, что здесь происходит вообще? Да все, пацаны, я здесь вообще ни при чем. Артем, так поговори с пацанами, пожалуйста. Ходи! Девочки, надо бежать! Дед, четыре! Артем, только попробуй, ты окажешь в них деревья. Я хочу быть самым крутым в школе. Знаешь что, Дима, теперь ты просто так с рук не сойдет. Вообще не понимаю, что за тупой прикол? Девочкам юбки задирать. Да, Диана, встань, мы сейчас не до тебя. Так, я еще не задирал юбки Маруся, Груша. Ну, тут один можно за два посчитать. Девочки, вы это слышали? Это вообще не дело. Нужно тебе жаловаться директору. Короче, пойдем. Пойдем. Девочки, думаете, тетя Зина вас спасет? Тетя Зина, только не отходите никуда, пожалуйста. Маруся, вообще-то ты мне руку сжала. Извините. Так, пацаны, если вы то хоть тронете девочек, я за себя не ручаюсь. Тетя Зина, отойдите лучше по-хорошему. У нас договор. Тетя Зина, извините, мы хотим быть самые крутые в школе. Раз, два, три. Я сказала стоять! Извините, девочки, походу я вам ничем не помогу. Ой, пацаны. Прям как в мое время. Все в школе юбки задирали. Тетя Зина! Вы представляете, тут такое случилось? Просто какой-то ужас! Мы идем к директору! Что, и вам юбки задирают? Ага! Это просто реально какой-то ужас! И это все из-за юбок, из-за дошкольных правил! Вот именно! Короче, мы идем жаловаться директору! Да, хватит это терпеть! Этот цирк устроили! Идите к директору, пожалуйтесь, может легче станет! Девочки, кто идет?
пойдете жаловаться директору. Давайте все вместе. Не, девочки, это не вариант. Если мы пойдем все вместе, она нас выгонит. Ну все, девочки, пацаны вроде затихли. Ага, затихли, только что нам юбки подымали. Короче, я предлагаю всем вместе идти к директору. Да, пускай от меня эти юбки. Ну что, по одному? Нет, девочки, лучше по два, чтобы не так страшно было. Настя, пойдем. Пойдем, что, девочки, мы же все было хорошо. Здрасте. А мы к вам жаловаться. А вас стучать учили, девочки? Я не поняла, почему без стука. Какая жалоба, я вас слушаю. В чем дело? Вам что-то не нравится? Да, не нравится! Там пацаны с 9 и 10 Г, они грубки забрали! Так, отмените правила эти юбки, потому что это вообще неудобно! Почему вы пацанам не делали правила, чтобы они без штанов ходили? Настя, Настя, полегче, нас сейчас вообще выгонят! Диана, что тихо, нужно бороться за то, чтобы юбки отменили! Значит так, девочка в желтой юбке, как твоя фамилия? Фамилия? Шишковская. Значит так, Шишковская, я смотрю, ты хочешь на место директора сесть и правила свои тут устанавливать в школе. Значит так, вышли, закрыли дверь, до свидания. Юбки они хотят отменить. В штанах ходят только мальчики, а не девочки. Что? 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 Короче, девочки, нифига не получилось. А еще она на меня так накричала. Она ничего не хочет отменять. Капец, короче, Маруся и Груша, идите. Значит, мы Лиза, сейчас мы разберемся. Здрасте, директор. Мы по очень важному делу. Да, вы сегодня так хорошо выглядите, вижу, прическу новую сделали. Значит так, девочки, по делу. У меня нет времени слушать ваши комплименты. Слушайте, директор, вы сделали новое правило – носить юбки. Да, но у нас проблема. Какая проблема? Нам мальчики юбки поднимают постоянно. Девочки, раз мальчики поднимают юбки, значит, вы в этом сами виноваты. До свидания, дверь закройте. И чтобы больше ко мне жаловаться не приходили. До свидания. Что? Давайте рассказывать. Рассказывай, девочки. Что? Девочки, ничего не получилось. Что? Даже вам не удалось. Знаете что, девочки, сейчас я пойду и порешаю. Жужа, не советую. Что вы не советуете? А ну вы идите. Значит так, уважаемый директор, я хожу в эту школу, и мне не нравятся новые правила. Не послышалось, что тут комар пищит? Точно, комар. Девочка, выйди. Это девочка как комара. До свидания. Правила ей не нравятся. Ну вы слишком строгая. Значит так, девочки, ничего у меня не получилось. Уходим с этой школы. Я это терпеть не намерена. Она не хочет менять юбки. Так мы тебе говорили, что тебе ничего не получилось. А тебя сильно получилось? Короче, у меня есть идея. Если Яна и Ляля сейчас не порешают с директором, тогда будем действовать по моему плану. Все, пошли. И что надо носить? Идем. Давайте, девочки. Девочки. 4, 7, 6, 12, 3. И что теперь делать, пацаны? Опять получается ничья. Как ничья? У Димы 6, у Артема 12, и мои 3, того 21, а у вас только 11. Если б нас было трое, мы б выиграли. Артем, это не конец, следующая перемена самая длинная, мы их сделаем. Конечно, Патрик, по рукам. Слушайте, вам нас не догнать. Что? Девочка, она не хочет отменять это правило. Это бесполезно. Она говорит, что кто хочет, может идти со школы. Она правила отменять не будет. Короче, девочки, идите сюда. У меня есть план. У нас же у каждой есть в раздевалке свои шорты. Да, есть. А что мы будем с ними делать? Как что, Жужа? Мы их оденем под юбку. И как только пацаны подбегут, чтобы поднять нам ее, мы сами поднимем, и они обломают. Да, точно. Не потом они перестанут бегать. Вот так мы их обломают. Да, все. Девочки, это идеальная идея. Мы в наше время точно так же делали. Только мы не шорты одевали, а панталоны под юбки. Ну все, тетя Зина. Пацаны, нам не страшно. Ага, конечно. Девочки, а теперь самая большая перемена, так что готовьтесь. Патрик, мы должны задрать все юбки, чтобы мы были крутыми. Слушайте, меня вы не перегоните, все юбки мои. Мальчики, мы уже не боимся, что вы нам будете задирать юбки. У меня под низом шорты. И у меня тоже. А у меня джинсы. Пацаны, девочки умные. Капец, они нас сделали. Пацаны, только трое в шортах. А остальные без, так что погнали? Ну что, девочки, держитесь. Я тоже в шортах. А я в плотных лосинах. А мы в панталонах, показать? Ну что, пацаны, мы победили. Да. Ребята, а у вас в классе мальчики задирают вам юбки? Так вот, если да, тогда носите шорты! Да, чтобы были панталоны!
это видео, я уверена, что вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.